А когда вы приняли это решение, были ли среди ваших родных или близких люди, которые скептически оценивали перспективы ваши? Или вас все поверили сразу? Да не может быть такого. Понятно, что... Нет, конечно, вера есть, и она была, но поступить в институт, где там на бесплатное обучение в Москву, где нет никаких родственников, поступить при конкурсе там 500, 600, 700 человек на место, ну, это что-то запредельным кажется, тем более и для родителей, и для всех, не знаю, родных и близких. Театр, ГИТИС, шоу-бизнес, кино — это какой-то такой мир, где, особенно ГИТИС, что, да господи, наверное, там все куплено, наверное, туда невозможно поступить, невозможно попасть. Ну, конечно, такие мысли были, но когда я начал проходить этап за этапом, и когда там с первого тура попал на второй, со второго на третий, с третьего уже там на конкурсе еще несколько этапов отбора, то к третьему туру уже родители рассказывали такие истории, что там, не знаю, папа говорит, я там жарю что-то на сковородке, и в какой-то минут 10 стою или 15 уже жарю, и понимаю, что газ не включен. То есть мысли вот такие были. Понятно, обосрал. Да, абсолютно. То есть только все ждали смс-ки о том, прошел, не прошел. То есть там болел весь город, что называется. Все друзья, все родственники болели за то, чтобы поступил. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».